Суконная Слобода – один из самых перспективных районов Казани. Это исторический центр, но пока мало освоенный, с большими свободными пространствами. Когда-то здесь работали шерстяные мануфактуры. Жили рабочие, кипела жизнь. В позднесоветский период здания обветшали, район пришел в запустение. Аварийные дома снесли, постепенно началась перестройка кварталов. Кстати, если ты из Татарстана, подпишись и поставь лайк. Застройку начали со стороны сквера Тукая, парк Тысячелетия, баскет-холл, католический костел. Далее IT-парк, жилые дома, офисные здания, большой торговый центр, а совсем недавно и новый IT-парк имени Башира Рамеева. Заметные объекты есть и ближе к улице Назарбаева. Театр кукол и сад цветов, комплекс Тугановый-Лым, отремонтированный татарский театр юного зрителя имени Кариева. Этот район постепенно застраивают, но не типовыми муравейниками, а эксклюзивными строительными проектами. Уникальная концепция застройки выполнена по эскизу Хосе Асебильо, бывшего главного архитектора Барселоны. Средняя цена квадратного метра здесь от 300 тысяч. Земля и недвижимость здесь и дальше будут расти в цене. Один из известных проектов – Барселона, рядом с театром кукол. А прямо сейчас строят новый жилой квартал. Он сформирует будущий облик этой части Суконной Слободы – Кастура Таун. Кастура Таун – не просто жилой комплекс, это проект позволит возвратить и вдохнуть жизнь в Суконную Слободу. Архитектор Сергей Пергаев задумал квартал, который будет выглядеть очень стильно и современно благодаря европейскому стилю и экоматериалам. Также благодаря обилию зелени и жизни вокруг дома. Подразумевается не просто жилье, а множество кафе, магазинчиков, заведений на первом этаже домов. Так уже произошло с улицей Столбова. 3 года назад это была старая депрессивная улица. Ее обновлением занялась компания «Камастроинвест». Привели в порядок окружающую инфраструктуру, сквер, создали пространство для бизнеса. В результате улица стала живой, модной, и каждый день здесь бывают тысячи горожан. Приходят за покупками, проводят время и общаются. Кстати, проектом Кастура Таун также занимается Камастроинвест, так что этот квартал наверняка станет новой точкой притяжения в городе. У Кастура Таун множество особенностей. Двор-сквер с прудом на уровне 2-го этажа. Стильный ландшафтный дизайн с многолетними растениями, теплым 3-уровневым освещением и мощеными тропинками. Доступ внутрь через умные домофоны и консьерж-сервис. Большие холлы и просторные входные группы, дизайнерские подъезды. Экологически безопасные и энергоэффективные материалы отделки. Фишка квартала – квартиры верхних этажей с террасами и с видом на красивый центр города. Комплекс станет привлекательным местом в центре Суконной Слободы. Большой плюс района – множество проектов развития по соседству. Это и современная набережная озера Кабан с новым уникальным зданием театра Камала. Скоростная вылетная трасса проспект Универсиады. При этом неподалеку уютные старинные улочки Казани – Волкова, Бутлерова, зеленые скверы и парки. Этот район будет развиваться и дальше. Кастура Таун от Камастроинвест наверняка станет якорным проектом для формирования нового лица Суконной Слободы и вдохнет в нее новую жизнь.